Смотрю доту, либо сайт. Ну, в свое время смотрел. Сейчас поменьше, почти не смотрю. Меня как бы это устраивает, но хочу мод. Я бы их сразу купил. Купи у меня, у меня новые мод все лежат детали. Фон, 100 ваттный сиглей, блин, лежит, плюс. Ничего не могу сделать. Давай без 400 смотров. Ну, давай. Давай, давай без этого. Ты можешь фармить только топ, а я могу мид. Давай я буду ждать боссов, короче, а ты пока мид. Вот смысл мода. Больше пара, блин. Больше запар. Пар, вкусопередача, мощность. Все там. Не, ну пар вкусно, по-моему. Ну как? Ну, вкусопередача от атомайзера зависит. Да. Но. Ну, вот в этом вкус прям, ну, мне нравится. Насыщенный. Кайф. Но пара тут не так много. Сколько миллиграмм используешь жидкости? Ну, у меня только одна, короче, 0,3 и. Ну, я купил сразу 4 бутылочки и 3 по нулевке. Нет, нет, вру. 2 нулевки, 1,02 и 1,03. Как 0,2? 0,2 миллиграмма стулецкого никогда в жизни. 0,2 никотина? А, не, 0,2 никотина имею в виду. Я имею в виду в этих миллиграммах сколько? По 10 бутылочек. Да, должен, я сейчас умру, по идее. Нет, делаю ТП. Блять, что? Каким что, блядь? Образом? Каким образом? Крипы, крипы. Как? Крипы тащи. Ты зашел далеко. Да все, я ливаю. Ну что за бред? Ну все. Все, есть этот враг. Сейчас у тебя уже 100 сквайров будет. И все, пипец. Нет, вы без флэйров. Я курил на... Ой, парил на 12 миллиграммах, по-моему. Ёбнусь, ну как так? Просто вторым левелом выхожу на первый и закрываю. Что за бред? Блин, под четырьмя крипами ты что хотел? Это жесть какая-то. Я понял, что против этого ублюдка надо сразу набить. Как только я левел получаю раньше, чем он, надо сразу идти. Вот я и попробую, пока эта хрень не получилась. А вы какую жижу брали, какую фирму? Какую жижу брали фирму? Не помню. Деливанати в Кринафуме. Я брал, у меня здесь рядом зон есть. Корсар называется. Короче. А, Red Corsair, который этот? Да. Ну, они дешевенькие, но они такие грубоватые, на самом деле. У тебя хуб еще есть? Да. Ну, каким хером вообще все выложил аккаунт? Слышь, дай мне. Завязывай. Да что-то из-за какого-то раунда. Да это потому что жесть была. Может, ты устал? Да бывает такое, когда на одном персе слишком много переиграл. Да, охреневаю просто. Все же от этого зависит. Враг у меня сразу. Давай красный, возьму себе 2 скилла и еду. Синий. Если ты же продамажный. Женюкс. Кстати, а если закинуть на нем женец, тоже действует? Или нет? Ну, а почему бы нет? Привет. Паша сгорел. Бабалейла. Бабалейла. Играйте. Сейчас 1-1. Там Рома, что ли, пришел? Ну да, ты что-то вышел. Ну ладно. Ну ладно. Пошел, зажил свой. Да? Да.
Паша, завязывай. Я не могу такой терпеть. СПС сменил. Уже пароль поменяли. Паша, скрин удалят тебе, короче. Поэтому лучше меня по фасту пас. Если я проиграл на кошку три раза, Переиграл. Какой есть скин обзора на макаку? А? Да я не тебе. Паш. Правда, не же священный порядок. Паш, где спотлайт, сука? Спотлайт есть уже у меня, поймут, не сделан полностью, только не выложу. Нужен какой-то убой, я нашел. Погнали дружку поиграем. Дайте отдаться. Дефать! Бежим! Куда мы собрались? Так. Ты чё, бык, что ли? Иди сюда. Так, эвейт. Почему меня? Здорово, парни. Сергей. Привет. Чё делаете? Доигрываем один на один. Ага. Бежим. Да, странно. Донвак на дефе. Мы регали ГВГН там. Рандомчики. Ну, ВГ поиграем. Да ВГ говно. Пятером, что ли? Там где-то вроде кажется 5 на 5. Паш, го ВГ 1 на 1 на кошку. Да, конечно. Иди сюда, сражайся как лев. Чего 1 на 1-то решили играть? Да скучно. Рома не собиралась. Дружки, не знаю почему, не пришли. Давай, Оль. Это не играет. Блядь, что за скрижальная эта жесть? Это имба ланс. Я умираю. Ой, крипах. Ну. А кто друг с другом играет? Паша с Ливаном. Дефен. Алло, ты не улетел, что ли? Слышишь? Обманочка. Обманочка прошла. Блин, да что за скрижаль? По 8 бью. 8. Что за жесть? 1-4, 8-8. Все, короче, насрать. Я просто уже Ура! Бля, близнец плох, я как, ну, отказался тебя играть в хук, набивая ему обратно алмаз после разбана. Он только до сильвера дошел. Как я так же выписал? Я просто хук фейл суфлю выписываю. Блин. Как ребенка, господи. Читаю. Альберт опытный бегун от хуков.
Ну так. Скучно. Бля, это же в Хардстоуне. Альбер, а что за хуйня? Ты сегодня должен был сдать кровь и раньше домой прийти. Поговаривали, что ты пиздобол? Алло! Камбэк зрел. О, я думаю, ты это тем более удалишь. Так что... Я как офицер возражусь, воздержусь от игры. Во имя гильдии. Такой ты молодец. Опа, опа, наш! Если нормальную катку будете играть, расскажите это. Пробиваю его. Бля, нечестно. Иди, сейв, сейв. Не сейви его, алло, уйди. Сейв. Отлично, косарь голды получил. Его, давай. Опа, наш. Ножки резать. Ножки быстрее. Маны нет, сейчас залью маны залью. Давай. Погнал. Блин, чуть побежал туда. Ну ладно. Ой-ой-ой, изи. Ой, камбэк и зрел. А чё купить? Ты так на кошке хорошо играешь. Не знаю. Жнец. Да, жнец, точно. Блин, вот есть определённая, знаете, как сказать, стратегия. Когда ты собираешь жнец, хоть всего, в любом игроке, короче, я когда 4 спаяли, я хозяйчик не собираю. Я такого не встречал. 4 загробки. Давайте, я буду. Гомон. Эй, что это было? Как? Я юзал мол красный хук, когда ты меня утонул. Надо дефать. Давай дерево. Бля, стой, не иди один. Сейчас по одному насливаемся и, короче, поиграйте. Дефать надо, Паша. Ладно, пойдем тонко. А там клипы за дефа. О, знакомый с мужем. Угу. То, кого у тебя лево? Угу. Давай я тебе тоже. Сейчас жена тебе нужна. Мне сейчас мама придет, нужно переветрить. На фокус, что ли? На тарелку. Всю комнату почти. Are you ready? Давай, внимание, готов. Я что, с деревом буду? 5 секунд, че. План капкан. Все, пошли. Все, го. Альберт, давай ты кидаешь ключи стану, ты могу поднять, что я его фукс. Нам бы еще базу отдефать. Ключука. Мы его не заберем. Я это уже понял. Скрижаль пойдет. Да блин, а что за дела? Как ваш катер разбил. Дерево живи, хэштег. Альберти, блин, и топ. О, мне домофон звонит. Я никого не жду, так что мне впадло ставить. А вдруг там вот друзья твои пришли? А блин, а что, на Авито банят, ой, ну как там, удаляют именно электронки? Да, типа, идет как табак. О, бля. Думаю, как мне ее заворожить куда-нибудь? Ой, нет, пацаны. Нормально же общались, ну чего начинать? Ну все, пока.
Ну, блин. Ок. Я подвис. Отвис. Стой, Ром, не иди, короче, без меня. А. Давай без Багдора только. Профессиональная кошка. Точно? Лучше. У меня Конечно. Игр, знаешь, сколько на ней? Игры 3. Выигрыш Ливана 1-1. Изи. Я хотел просто зрение. Вы как новую катку начнете, скажите, а то мне скучно. У нас тут камбэк. Ну хрена. Блин, куда можно деть? Мне кажется, в городе и знакомых. А, этот как его? Есть SickTalk. Как? Есть SickTalk, там форум. Там выкладывают объявления. Но я тебе говорю, егошки никому не уперлись. Mm-hmm. Их типа бесплатно отдают. Ну типа помогают курильщикам перейти на парилки. Ну не Багдур, ну пацаны, ну алло, ну хорош, завязывай, не Багдур. Я сказал Альбер, который забагдорил тогда Спашу. Да как? Где яйца? Вот, нормально. Извини. Я пожертвую с собой, беги. Это скрижали опять. Зачем вы Багдурить? Снесли 100 хп. Почувствовали свою слабость, да? Без помощи. Просто Альберт первого левела вышел и навел порядок. Я просто вам нафиг. Ну ты пытался меня убить. Но первый левел ты не особо осилил. Слишком сложно для тебя. Да, вышел первым, а уже выше меня. Ты уже десятый. И, короче, по крипам еще догонишь. Или гонишь. Я не дам. Не дам, не пройди. Сейчас, короче, прибыл Ливан, кстати, в кустах сверху стоит. Почти. Сейчас ты был на нашей базе, иконка какая-то. Тан-дан! Давай, Зак. Твой важный сам. Что купить? А у нас герм будет? У тебя есть герм? Нет. Он уже не нужен, наверное. Так, все. Есть, короче, спотлайт. Сейчас надо его... Не, го без Багдора. Честно. Чё, кошку первой, да, наверное? Ну-ка, я не убью. Наверное. Не, давайте без Багдора, реально, пацаны. Альберт, иди домой. Они не будут Багдорить, на скрипами надо. А меня они не убьют. Они задолбаются. Наверно! На проекции. Чё было? Ты просто буканул и хотел бы... Бля. Привет. Ой. Короче, я тебе помогу, живи. Не трогай меня. Соба, куда я хуй привязал? Я не знаю. Ой, Пахин, вымрёшь. Тупые. Да, у меня тут мама на апы. Фаст-пуш. Но хиппи.
Ты драться со мной хочешь? Давай, иди сюда, дерись. Давай. Бля. Домой, щенок, ёпта. С крышерами от неё бомбит. Я бил по, по-моему, по 11, где-то так. Там Рома что-то пишет. То, что он тут, а Рома приехал по скайпе. Что-то один на один быстро перешел 2 на 2. Дерево 5, а не 0-4. Я 3-7. Дерево 10, секретное оружие. Нет. Клеймо? Не болей. Бешеный дэмэдж. Так, надо отходить, отходить, отходить. Пошли, Дэвин. Давай, давай чем сделай? Ульт, ульт. Даю ульт. А, нормально. Это норм. Блин, мне не хватает на 40 голды намутить. Стоит 20 секунд. И на Альберт, я так угорал на твоей записи, как мы играли в лагу. Начинается, вместо стандартного бюджета сразу трон показывается. Ты такой омг. И потом до полчаса бежал до мига. Стрелы используешь, а не летят, так слово. А мне там еще второе было, короче, это... Там на хельме. Там так прикольно этот летел. Молоток его просто, там, знаешь, такие круги наяривал. Когда он летит, вообще весело. А что за слоумон? Просто все было очень медленно. Все очень сильно лагало, и все было очень медленно. У тебя, короче, 1 секунда в игре проходила как секунд 10. И долго это было? Короче, там была где-то минут... Сколько? Минут 7 катка, 10, а в реале видео 33-минутное. Ну что, драка забрали? Да. Пойдем бинг заберем. О. О! Уходи. Уходи. Хэштег уходи. А? Мне еще так мало. Да какого хрена? Ну, дерево, беги. А, нет, не беги. Ну, беги, но... Ты вам знал еще? Мы будем после этого ГВГ играть, да? Где? А вот это нечестно сейчас. По-моему, честно. Вера. Бля. Мы будем, Сергей, будем, не ссы. Мне кажется, мы тут уже не понимаем его. Ульта есть? Нету. Вот ты и выйдешь. Куда мне пикать за дерево? Давай. Не, давай не будем. Давай не будем. Чё мы за ним бежали, он умер. Так, чё купить-то? Не знаю пока. Чтоб посмотреть. Блин, у меня скиллы еще такие вылишные. О, слышь, давай, смотри, оп, пропалил. Лучше бы бега пропалил. Ну вообще да, что-то я тупо. Вот, мальчик. Бля, не того, отстань. Почему Альберт... Почему Альберт больше левела, чем кошка? Чтобы эта игра была 1 на 1 и превратила тебя на 2. Сергей, я тебе больше скажу, я был первого левела, когда кошка была 7-й, что ли? Ты
Я вот про это и спрашиваю. Очень странно. Ну, ОП, ОП. Не-не, суранда. Хотя нам все пропушит. ОП не любитель, ОП победитель. Угу. Было бы весело, если бы он вместо данного Ретрофи еще видел. А, кстати, Ретрофи, наверное, бы не смогла. Она бы ничего не сделала кошке под деревом. Так-то Данава хоть пюр дэмэдж, там, станчик. Ну да, Данава слейбон. Такой универсальный. Я бы дал им еще один шанс реабилитироваться. Да, давай сейчас трон оставим. Да-да-да, оставим. Нет! Вперед вот так. Вы закончили уже? Нет, конец. У нас тут комбайк. А пик есть? Нету. А? Не знаю, зачем я это купил, но я купил. Что ты купил? Еще жизни. Они бэкдорят, зачем, гайс? Оу. Вешай на меня яички. Давай, ты должен, я верю в тебя. Нет, ты не сможешь. Стрижали, работай. Не, пацаны, ну в крысу некрасиво так, вообще некрасиво. 216. Так. Смотри, дерево сейчас пойдет через... Дерево. Дерево. Это скрижаль. Чудесное воскрешение. Блин. А, иди на трон, иди на трон. Кек. Успеешь, иди. Чуть-чуть по закупу. Ну да, не спушишь. А хотя, что-то быстро идет. Дерево, живи, хэштег. Дерево, умрет. Иван, нужно бы проверять его кинопрочность. Давай. Че, проверим? Да, че успел. Идет Донавак, и я ничего не сделаю. Дерево дома, дерево дома. Вальдор Протекшн. Под фонтан его куплю, под фонтан. Мэд Лэв. Чувак, Дегендер. Мэд Лэд. Мэд Лэд. Чувак, Дегендер. Так что, Паша, ты не проиграл. Криса. Все, удаляю просто. Ну, а, нормально. Гу, попробуем рум 5 на 5 сыграть. Да погнали дружку по грантам голубые. Сергей, ты готов? Я захожу.